центре Первомайского сквера яма. Здесь располагалась, пожалуй, самая значимая деталь, ставшая достопримечательностью – фонтан Мишка. Конструкции около 60 лет. За этот период ее ремонтировали неоднократно. Но на фоне общей реконструкции пришло время обновления фонтана. Работы идут полным ходом. Фонтан демонтировали, увезли на ремонт, а вместе с ним и скульптуру медвежонка. Скульптуру Косолапова отправили на реставрацию в мастерскую. Здесь она провела уже 2 недели. Прежде всего, Мишку демонтировали от островка основания. Он был закреплен с помощью вот этой железной конструкции. Для того, чтобы не повредить скульптуру, под нее подкладывали баллоны. Была проведена очистка тех поверхностей, ямок, впадинок, имитирующих шерсть, вот такую, для того, чтобы убрать старую грунтовку, которая раньше была изначально. При обработке вот такой технической в некоторых местах, особенно там, где была влага, там при обработке чувствуется запах как карбида, ацетилена. Металл окисляется, и когда удаляешь его, то есть появляется вот этот запах. Вовремя сделанная ремонтная ситуация, она, в принципе, защищает. Сейчас появилось очень много возможностей по химии, разные растворы, и патинирование, и очистка. То есть сейчас, чем в нынешние времена, это немножко сложно было. Он напрямую подвержен влаге и воде, поэтому немножко почаще надо будет делать. И главное, вовремя. Осталось провести химическую обработку, грунтовку, выполнить защитное покрытие. В этот раз Мишку покрасят в бурый цвет. На законное место скульптуру установят весной, как только отремонтируют фонтан.